Иван и Марина узнают, что компания Пантелеева разорена, переведенный инвестором транш попал на кипрский счет Вырубова. Иван и Майя едут в детдом, где рос Вырубов, и узнают историю его неудачного усыновления Пантелеевыми. Анна Петровна пытается покончить с собой, но в последний момент супруг спасает женщину. Судмедэксперт сообщает, что убийца Ирины — левша, но ни Даша, ни Вырубов левшами не являются.